свои 26 лет Булат Замалиев входит в топ-100 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes. Будучи аспирантом Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета, молодой человек также является уполномоченным по технологиям искусственного интеллекта Республики Татарстан и советником профильного министра. Я курирую именно часть, связанную с искусственным интеллектом, и в область моей компетенции входят различные задачи совершенно, начиная от прикладных и заканчивая формированием стратегии, политическими регулированием. Булат Замалиев курирует стратегию внедрения технологий искусственного интеллекта Республики Татарстан. Молодой человек активно внедряет проект «Цифровая деревня». «Цифровая деревня» — это такая экосистема для сел и деревень, которая предоставляет сельским жителям доступ, в первую очередь, к тем же товарам и услугам, которые есть у городских жителей. Говоря, опять же, технологиям искусственного интеллекта, которые помогают организовать магазин, и при этом там нет обслуживающего персонала, то есть не требуется обслуживающий персонал. Диана Желенкова, Лилия Талипова, Универньюз.